Так, ну смотрите, вот такие у меня тут появляются данные по резерву плюс сповещение. Не знаете на реестре. Спробуйте оновить. Ну, в общем, я так понял. Вы проводите данные онлайн. И тут одна из опций. Я військовый, але досі на обліку. То есть, учитывая, что я уже третий год как мобилизованный, видимо, это они пишут, что військовый и не должен быть на облику у этому резерву. Это, я так понимаю, для тех, кто еще не призвался. Так что, ребят, ну, скорее всего, не знаю, может, кто-то толковее что-то знает по этому поводу. Ну, это явный показатель того, что у військовослужбовцев, которые прямо сейчас проходят службу, не должно быть записи.